Давай на центр, вот сюда вот. Ты в качестве судьи. Смотрите, задача очень простая. Я буду непредвзято. Сейчас две команды, по два человека, отходят к нашим вот этим молодым людям в черном. Вы берете с собой нолики, все забирайте, вы берете с собой все крестики. Давай, пока. После этого, по моей команде, вы одновременно по одному человеку выбегаете сюда на центр, оставляете здесь крестик или нолик, там, где вашей душе угодно, возвращаетесь обратно, бьете по руке вашего коллегу, и вы бежите со следующим ноликом, а вы, соответственно, с крестиком сюда. Ваша задача – победить ваших соперников в стандартную игру крестики-нолики, но здесь идет не по ходам, а кто быстрее добежал. Ага. Не убегаем, пока вы не хлопнули по руке человека, который стоит за конусом. И здесь, собственно, мы следим. Нам надо хлопнуть человека в черном. Дамой. Да, вы хлопаете своего игрока. Он стоит на готове с ноликом. Хлопнули. Вы стоите там со своим крестиком, ждете своего напарника. Отправляйтесь к конусу. Отправляйтесь к конусу, ждем моей команды. Ну а ты занимай место, так, красивое, брат, вот здесь. План, тебе все видно, тебя всем видно. Короче, смотри, надо положить нам нолик. Какой мы выбираем с тобой этот? Надо их запутать. Ты смотришь, что, кто выиграл. Суглас, просто объявляешь победителя, крестики или нолики. Итак, черные крестики готовы? Положи все. Все положи. Сейчас я оператор чуть подвинем, а то снесут. Так, нолики готовы? Налево, взяли в руки по нолику. За конусы зашли. Ты. Я буду стоять. За конусы зайди. Первый. Кто будет из вас? Я. Давай, брат. Отлично, у вас 101 бежит. Отлично. Тогда на старт, внимание, поехали. Полетел. Давай, давай, родной, и давай, пулей. И обратно, и обратно, и обратно, и обратно. Блять! Хоп! А давай, 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 ребята! Ребята, последний, последний, давай! Слабочкин! Слабочкин! Да! Первый! Отлично! Первый побеждает крестики! Забираем свои детали! Счет 1-0! Забираем! Нормально, брат, нормально! Забирайте крестики, забирайте нолики! Нормально! Давайте приятно. Да. Не говори, стоишь спокойно. Да, стоишь там. Итак, готовы? Да. Первый другой побежит. Да. Готовы, крестики? Да. На старт. Внимание. Поехали. Давай. Кладем. Быстрее, быстрее, быстрее. Давайте, давайте. Давай, давай. Слабочка. Запутался. Да, да, давай, красавчик. Быстрее. Не туда. А, крестики победили. Красавцы. А мог помешать. Оп, оп, мог положить оп, оп, оп. И перекрыть. Нифига, ты, сука, прям интеллектуально плюс противника. Тут надо еще и думать. Итак, счет 2-0 в пользу команды черных крестиков. Забираем детали. Клэп, клэп, клэп. Судья, они нарушили правила, у них на вот эту черную наступил крестик. Мы его простим. Нет, судья. На первый раз. Хорошо, в следующий раз. Не должен бей. Крестик попадать на черный. Смотри. Типа то, что он уехал? Да, да, должен прямо жене. Тут быть. Итак, либо сейчас побеждает команда крестиков, либо вы начинаете отыгрывать, либо мы идем на следующее давай, испытание. Последний. Нолики готовы? Пошел ты. Крестики готовы. Спасибо. На старт. Внимание, поехали! Старость и радость. Давайте, ребята. Да, крестики первые! 3-0! Полная победа команды черных крестиков! Оставляем реквизит здесь, бросаем вот там. Приступаем к следующему испытанию. Здесь испытание не соревновательное, а индивидуальное. 5 человек, ваши красные костюмы одеваем. Красные костюмы? Это костюмы. В них есть руки, в них есть головы, помогайте друг другу одеваться. Офигеть! А, ни хрена, что-то гениальное, мне кажется. Сейчас тебе помогут. Давай помогу. Сейчас давайте. Руки вверх. Угу. Руки. Да, кстати, и рекламировать хот-доги. Ура! Всегда мечтал рекламировать хот-доги. Че, как за буква? Я теперь промоутер. Покупайте свободная хот-доги с фоги. Люди в красном. Так. Когда отправляемся вот сюда. И просто работать по профессии. Смотрите, вот здесь вот. Линии, где мы выстраиваемся в необходимое слово. Отправляемся туда пока. А у меня, ой. Вот здесь вот, вот здесь что? Вы будете выстраиваться в одно единое слово. А тут О. Изучите буквы, которые у вас на груди и на спине. Сотки меня что? Еще раз забыла, что у меня. Что? О. И. Сереж, секундомер. Я. И. Эй. Сцены гейм. Еще раз проверю. В этой игре нужно сделать очень простую вещь. У меня и эй. Так, так, слушаем. Правила очень простые. Я задаю вопрос, и у вас будет 30 секунд на то, чтобы ответить на него правильно. Ответ у вас будет из 5 букв, соответственно. И ответ выстраивается здесь.
Мы люди не китайские, поэтому читаем. Первая буква, вторая, третья, четвертая, пятая. Читаем отсюда сюда. Вам нужно выстроиться в это слово. Учтите сразу, есть нюанс. Буквы у вас на спине и на груди, и в одном слове они будут и так, вам придется крутиться. Поэтому давайте задам первый вопрос. У любого произведения он есть. Кто это? Автор. Так быстрее, у вас время автор, идет. Автор, давай. А, вот туда, бегом. Бегом, время, время. Уже 10 секунд. Бегом. 5, 4, 3, 2, 1. Успели. Автор, уложились. На исходную. Легко пока. Ведущий посильнее что-то надо. А, давай. Посмотри, ебать, 10 буквы. Мужчина, который поет в опере тоненьким голосом. Время. Тенор. Да. Где Т? Т. Т у Поки. Первый встал. Е. Я Е. Где Е у меня? Так. У меня Е. Н. Я О. И ты последний. Давай. Ты. Да, спиной. Тенор, и 5 секунд у вас осталось времени. Ладно, задам посложнее. Давай, Халя, посерьезнее. Ты знал? Да. Да, конечно. Жестокий правитель. 30 секунд пошло. Тиран. Т. Бегом. Где И? Ти, я. У тебя за Ди, за Ебра. У меня Ебра. Тираф. Нет такого слова. Тираф. Тиран, отлично. Время. Итак, усложняем игру. 10 секунд на вопрос, 10 секунд на ответ. Приготовились. Далеко не уходите отсюда, чтобы не бежать. На чем бежим? Нет, бежать надо, вот оттуда. Там советуйтесь, туда выстраивайтесь. Хорошо. Когда не просят, дают именно его. 10 секунд, поехали. Слово. Да, ТСС. Потом ты, вперед, потом я, теперь ты, потом, давай, беги спиной. У меня, блядь, что, слева? Слове. Спиной. А правильный ответ, который вы не угадали, был совет. Когда его не просят, его обычно дают. И это первая ваша ошибка. Давайте еще парочку для разминки. Для разминки? Ты интеллектуальный задержка, никто не понятно. Иди сюда, Сережа. Тут Е. Итак, Дама. 10 секунд и сложное задание. Из этого фрукта в Японии делают вино. Время. Арбуз? Но у нас нету таких. Что это? Сливовое вино. Сливовое? Давай, время. Давайте вы вперед. 10 секунд прошло, но вы можете успеть устроиться. Давай. Так, я спиной. Все. Все, отлично. Бля. А теперь сами без подсказки. Ну, нормально. Вопрос с подвохом. Животное известно тем, что приносит людям детей. Время. Айс. Полетел. Первый кто не пошел? Я. Потом. У тебя. У меня. И. Да. Я теперь. Я в конце. Ты. Аосу. И ты перевернись. Асу. Еист. Аист. Принято. Но время опять не уложились. Бля. А чё ж так тупить это, ёпта? Ну потому что аос. Новое животное. Пиздец, блин. Ладно, давайте еще раз. Заряжаемся. А у меня спереди О, да? Нет. Прикинь, так выстрелится и получится слово там еще какое-нибудь. Да. У меня О. Ну давайте простой. Символ мудрости. 10 секунд. Что это? Символ мудрости. Древо. Сова, наверное. Сова, да, сова. Ты первый С. Перед. 5, 4, 3. Потом В. Где В? 2. 1. Все, готовы. Молодцы, успели. Ну и давайте финалочку. Финал очка. Она. Очка. Давайте. Приплюснутый круг. Овал. Подожди, забыла. 1, 2, 3, 4. Овал, блядь. Давайте вставайте. О, овал. 5, 6, 7. Л, 8. 9. Не успели. Провал. Провал. Она, оне. Не, вот так. Анал, блядь. Анал? Мы составили анал? Ладно, покажите зрителю, что вы можете составить на общий кадр. Соберите слово на ваш вкус. Анал. Ну давайте только, блядь, думать здраво, так сказать. Давайте думать здраво. Так, хорошо. Анал есть? Не, давайте слово. Это здраво подумал ты, да? Это будет по-доброму. Слон. Давайте слово. Не, давайте чумо. Есть чумо. Нет. Чей нету? Как не так, У есть. К. У нас Р. Нет. Р, С. Сука, есть? Нет. Слон у нас есть. Ро. А где эти? Рот, можно сделать? Я буду последнего до... за... Можем народ сделать, реально. Народ? Ну, отдельно на и рот. Да. Да, кстати, это гениально. Давайте. Я поддерживаю. А у меня что? У тебя это вот так. Ты, А, я, Р. Си, ты сюда поворачиваешься. И я вот так вот. Гениально. Поворачивайся. Зафиксировались.
Там реально народ? Да. Да. Ну, будем считать, что это русский народ. Да-да, раздеваемся, разоблачаемся. Следующее задание. А как я теперь? Помогите мне. Смотрите, показываю мастер-класс, показываю. Давай, выпадай. Самостоятельность. Ты здесь единственный миниатюрный, что показывает мастер-класс. У меня один. Помогите! Ну а ты, собственно, в нем остались. Спасибо за внимание. У вас буква В орёт. Привет. Спасибо. Да. Можно чуть ниже. Итак, пошли дальше. Сейчас они его выклопают. Отлично. Следующее задание очень простое. Выбирайте цвет рогатки, у вас даже могут быть две команды, но пока одна, выберите. Какая вам, красная или рыжая больше нравится? Ну, мне красная. Берите красную и тащите ее сюда. Говно, блядь. Берите рогатку, тащим ее сюда. Сюда, сюда, ближе, ближе, ближе. Кока, бери. Давай. Опять можно? Красную, только красную. Рыжую не надо. У вас одна команда. Блять. Стоп. Зафиксировали. Итак, вас 5 человек. А задача для вас очень простая. Перед вами вентилятор. У вас есть снаряды в виде... Ну, вы видели. Поэтому это надо набрасывать на вентилятор. Дерьмо на вентилятор? Абсолютно верно. Ага. Этот этап так и называется. Берите снаряды, а вентилятор включенный перед вами. Игрушечный? Ну, мы можем изготовить, если 5 минут подождешь. Мы тебе принесем. Я, в принципе, тоже сейчас не против. Один снаряд, ёбаный. Ты, кстати, мочевую поднял. Куда тебе столько всего? Ёбаный кит, блядь. Нет, это не из нее. Кто-то, видимо... Отыграл. Да. Надо по одной, итак, да? Смотрите, держит один человек с одной стороны, упирается ногой, другой с другой стороны, один оттягивает эту штуку, другой целится. Приготовились. Вентилятор перед вами. Для вас привычное дело, набросьте. Набросите, ебаный. Ногой упри снизу. Еще, держит, остальные, остальные держат. Помоги. Давай, дай тяну слово, сильнее, сильнее. И береги голову. Ты лучше помоги. Я, ее тяжело держать. Сейчас ноги в ебасосинку. Давай! Слабо! Сильнее! Что, на полисе? У меня нет, Кать. Раскрывает. Давай, Кать, мы держим. Ну, вы держите. Пока, Кать. Давай, давай. Смешной. Заряжай. Ну, заряжай. Говнеца, ёб. Так, итак, выстрел номер два. Если кому-то в голову пойдет, вы не обидитесь? Ты главное смотри, да, чтобы она не цеплялась. Да, она цепляется. Вот так вот, боком берешь и с оттяжечкой. Если это херня, ты рикошетишь. Цельсь! Сильнее натягивай. Это сильнее. Мой клиент толстый стал. Ну, блядь, ты давай, давай. Кать! Пли! Откат, заново. Вы просто... Ебать лошара. Просто вот так, ногой упираешься вот здесь, вот так. А здесь и с той стороны, остальные держат здесь и здесь. Думаю, да. А ты знаешь, что за полет выиграл? А что у нас шейфа была? Почему он не полетел? Лёха, не знаю, слабо. Слабо? Слабо. Слабо? Там резинка может в лицо вот это отскочить. Я буду стараться, чтобы вам уже отскочил, Алексей. Держите. Нихуя ты базаришь, Катюшка, блядь, я такого не знаю. Ой, Слава, она у тебя это. Давай, хинаргон, блядь. Так, так улетит? Обязательно. Тяни, еще. Бля, нихуя. Ну, давай. Ты же ебаная, что за хуйня, блядь? Попробуйте заряжающего сменить. Бля, у меня пальцы не имели. Я не полетела. Чё он не полетела? Такое бывает. Ебать, говно твёрдое. Конечно. Оно замёрзло, пока вас ждало. С утра ждёт. Чё он не полетело у меня? Кирилл, чё он не полетело? Ещё сильнее. Тянуло. Типа слабо? Давай. Из всех сил тянуло. Офигеть! Ну, хорошо пошло! А дайте еще говно повернуть, или нельзя? Давай еще! Нормально летит. Еще три попытки! А то я его жалел, блядь. Сейчас полетим, нахуй. Подожди. Готовьтесь, нахуй, шок. Простой русский паренек, ебать, сломал для четверых мужиков. Попытка три, огонь. А теперь целится. А, блядь, а что, он нет, ты очень опытно это сделал, да, но... Вертилятор надо попасть. А, блядь, я думал просто дальность. Не, вертилятор, вертилятор.
Он работает, что ли? Вот он, рабочий вентилятор, да. Он прям работает? Конечно. А поверни тогда чуть-чуть рогатку вот налево, вот так умолвленно. Да-да-да. Ага. Давайте следующий конкурс, слава во вкус вошел. Теперь ты вентилятор, лови. Блин, капец, это тяжело, как вы так оттягиваете? Пу! Победа! Доставь его! Он как раз для того, чтобы его уничтожить. Это идеальное попадание. Оставляем рогатки, Сереж, забирай. Чё ты? Встал? Ебать, разъебал. Встал, встал, чё ты, встал. Я такая, ну ладно, я думала, я пыльнула. Ну ты старалась. Я старалась, да. Пристегивайте, последняя финалочка. Ничего не настолько сильная битва, чтобы вот так оттягивать. Все пять человек, всей командой. Называется «Большой побег». Предпоследний этап. Заряжаемся в этап. Очень просто все. Вы встаете вот здесь вот, и вашу правую ногу приковывают к кандалам. Вот по этой стороне. Это вам не нужна, вторая команда у вас нет. Итак, команда, смотрите, ваша задача, пока вас всех пристегивают, первому участнику нужно будет добежать вот до того конуса, вот который с бейсбольной битой. Сейчас Серега покажет, как надо делать. Смотрите, вы добегаете до конуса, где... Нет, Сереж, просто на землю. Упираетесь зубом в биту, нагнувшись вот так. Делаете 5 оборотов вокруг своей оси. Быстро. Возвращаетесь обратно, освобождаете следующего участника, и он бежит туда. Биту с собой не носите. То есть ты себя освобождаешь, приходишь, бежишь, но я тебя даже освобожу. Я тебя освободил, добегаешь до туда, крутишься 5 оборотов, бегом возвращаешься сюда, освобождаешь следующего участника. И так, пока вся команда не освободится. А вы? Что? Паш, да можно сюда, тут, давай поближе лучше друг к другу, там теплее будет. И вот сюда. Сейчас я сзади могу пристегнуть. Сейчас я пристегну силы. Если вдруг опасаетесь за свою голову, есть каски, можете переодеть каски. А что может произойти? Тебя поведет. Да? Сейчас я тебе так пристегнусь. Слава. Сейчас я тебе так пристегнусь. Каски брать будете? Нет, нет. Ты застегнулся сам? Нормально, нормально. Последний шанс. Да нет, мы стримеры. Ну если хочешь. В голову бери. И вы стримеры, нас не жалко, да? Я точно ничего не стукнулся во что-то. А, я одна, да, с каской? Да. Ну и молодец. Ну правильно. Вот после этого это будет твой стрим. Вот все остальные уедут. Давай, давай, поехали. Сколько раз обернется надо? 5. Я там на киску, так сказать. Ага. Ну да. Смотри, нормально? Итак, нормально. Первый участник готов. Я тебя выпускаю, а ты выпускаешь остальных. А в чем каска? Отстегивается просто на липучке. Раз, там просто добегаешь, два, пошел. Выходи, катайся. Наклоняешься, упираешься лбом. 5 оборотов. Поехали, быстрей. Артай, можешь держать? Раз. Да. Правильно делаю? Да, да, да. Только быстрей. 2, 3, 4. И последний. Еще, 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 еще. 5. Обратно. Биту брось, беги. Так, ох ты. Беги, беги, беги. Давай, давай, давай. Тебя ждут твои друзья. Не мерзнут. Спасай. Брат, расстегивай. Расстегивай, а ты что, и жди здесь сиди. Уперся. 5 оборотов. 1, 2. Хватит. Старость не радость. Пока только 2. Блять. 3. 4. 5. Прозвучит громко, но беги. Беги на голос. Что, башка крутится? Угадай. Освобождай его. Да? Побежал. Давай, беги, готовься. Давай, 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 бегом, бегом, бегом. Девушка мерзнет, девушка в беде.
Да как? Спасибо. И поехали. Считаем обороты. Да? Там еще скользко, слышишь? Один. Упрись руками, двумя сразу. Два. Три. Еще два. Четыре. Еще накручиваю, докручиваю. Пять. Обратно побежала. Биту оставь. Нормально. Нормально. Летим, летим. Полет нормальный. Растягивал. Вы. Я прилетел при всем ПБ. Нормально. Русская. Лети. Нормально, ты крутится. Итак, у нас последняя часть. Первая. Быстрее, быстрее, быстрее. Первый оборот. Сделано. Второй. Не сделано. Провалено. Второй, отлично. Третий, отлично. Да ебай! Нихуя кружится. Это земля кружится. Пятый. Блин. Все, обратно беги к команде, возвращайся. Давай, 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 давай. Финал, отряхиваем его, отряхните. Отряхните, а то промокнет. Давай, нежнее только. Я сейчас нежно отряхну, не переживайте. Итак, дабы вас не заморозить, финальный этап. Опять-таки, команды соперников у вас нету, поэтому команды соперников будем мы. Пойдем. Бля, бля. Итак, мы играем в финальный этап, который называется «Ноги в руки». Привет, чатик. Все, что вы видите перед собой, это не ноги на челках, это клюшки, которыми вы сейчас Спасибо. Будете играть с нами в небольшой футбол. Ага. Два раунда по две минуты играем. Ворота есть, назначьте одного вратаря от вашей команды. Кто? Я постою. Хорошо, выбирай цвет чулков, выбирай цвет вратаря. А что, чулки надевать? Нет, не надо, тебе не надо. А что, какой цвет вратаря выбираете? Розовый. Розовый, отлично. Чулки какие выбираете? Мне надевать черт. Мы выбираем розовенькие. Берите себе розовенькие, наша команда играет в белых. Не, вот эти, а это белые, белые. Это белые, есть белые и красные. По одной. По одной, да. Так, вообще сказали, что ваша команда играет в белых. Кась. Он что-то все взял, ты взял? Кась, ну, мы выбрали белый автомобиль. Мы играем в красный. Я смотрите, у тебя вратарь. Задача простая. Ты стоишь за воротами, двумя руками держишь эту штуку и манипулируешь ей, защищая ворота. Вы надеваете, берете руки в ноги. Это ваши руки в ноги. И играем, собственно, по стандартным правилам. Ваши ворота там, ваши здесь. Сейчас рука застрянет там. Первые две минуты пойдут ребят, буквально дайте через 30 секунд. Дайте обсудите тактику и поехали. Петюня! Ладно, Петюня, Петюня! Вратай! Петюня сейчас, ёб! ФК! Уебали! Это мы. Ну не так дружно. Итак. Нихуя не здоровый, блядь. Вы кого нам дали? Что это за обман? Ты еще на стероиды их проверил. Я их боюсь проверять на стероиды. Так, чат, на нас все ставки не ставьте. Итак, ваше последнее слово. Мне нужно держаться. Пизда. Победи сильнейший. Пизда, извините. Да, а да, вот да. До какого счета, до какого счета? Играем 2 минуты и 2 минуты. Столько а, будет, столько да. будет. Да. Капитаны, выходите сюда на сбрасывание. Еще ты левша или правша? Окей, а что от меня ждут? Нужно забить мяч. Приготовились. Поехали. Контроль, Славка, контролю. Ногой нельзя, да? Слава, нет, нет, ногой нельзя, только руками. Руконогами. Еще. Ногами не бьем. Ну, ну. Тихо. Какие просто, какие гони, Леха, ебать, баланс, новость. Давай, давай, Фин, Фин, поехал. Контролирую ворота. Уехала. Как хоккей за воротами можно. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Лёва. Блин. Давай, Слава. 30 секунд, от 2 минут уже прошло. Пробей. Вратарь на месте. Слава. Бери. Катя, ты полузащитник? Да. Слава. Нет. Ногами. Это было неплохо. Одна минута прошла. Играем дальше. Просто Слава. Подсечка. Слава.
У них подсечка. Я не знаю, что это. Оп! Сюда. Отличный удар. 30 секунд до конца матча. А что ты снял? Не знаю. Пас! Отличная атака. Сам! Команда, перерыв. Меняемся воротами. А пока немного о нашем спонсоре. Ивановская фабрика чулочно-носочных изделий. Представляет этот матч. Щелки Бог, очень бери. Не то, что моя дыхалка. Блин. Почти, почти. Были близки. Итак, стоп. Погодим. На центр. Капитаны. Ну давай, братан. Приготовились, 2 минуты, поехали. Блин. Ох, Катя, защита. Я полузащитник. А второй рукой так можно взяться? Нет, одной. Я там уже буду, и все. Ногу в руку запихни, удобнее будет. Почти. Нормально. Выноси. Давайте. Води, води, води. А? Давай, заканчивай. Но! Прям ровно в голкипера ударил. Давай, давай, давай! Защита, защита! Нет защиты, прошел, один! Давай, Финн, давай! Бока! Это мимо. Минута прошла, ровно. Минута осталась. Пока по нулям. По опасным моментам мы побеждаем. Слой! Я выиграл вас. На фланге, брат. Пошел потихоньку. Спасибо. Опа, очко. Еще одно очко. Давай, Слава, давай. Давай. Чуть-чуть. Ну! Забить, забить, забить! Какие-то выкрива... ноги, руки. Стримеры. А, я так и подумал. Так, держаться, Катя, защита. Отлично, отработал в защите. И пошли, и пошли, и пошли. Один сам. Нормально. 20 секунд осталось. Потом серия пенальти. Слава. Серия пенальти? Да. Давай. Да, блин. Забейте, пацаны, я не хочу на банке стоять. А время все. Итак, серия пенальти. Один игрок от команды, по 3 удара по воротам. Первый вы, ты на воротах. Кто от вас бьет? Ну, точно не я. Спасибо. Каждый раз вратарь меняется? Нет. И игрок не меняется бьющий. Одного назначаете, самого мощного. Кого назначаем бьющим, Слава? Слава! Кого бьющий назначаю? Пусть Слава бьет. Я заложу, брат, неси. Давай. Все, 11 футов ровно. 11 метров не получится, извините. Нет, ты не мне бьешь. Он свой. Его просто закрутило еще. Ну давай, родной. Где еще такое увидишь? Это гольф. Это гольф. Отлично. Улетел. Первый удар, второй удар. Вышел. Посмотри, под пятку, то надо поставить меточку. А потом... Блин, тяжелый. Нет, тот же самый. Метку там поставьте какую-нибудь. О. Вот тебе метка. Ебали. Давай. Так, блин. Давай, Паш, я чувствую. Я вижу твой взгляд, я чувствую. Один бьет, 3 удара. Давай побыстрее, мерзну. О, почти. Неплохо. Последний. Леша, отчитай, почему он так одет? А? Отчитай. И финальный. Конечно, красиво сделал.
Мне кажется, вратарь был пьян, но это не страшно. Ваши удары, кто бьет? Я. Слава, давай, полетел. Слав, я все сделал, брат. Слава! Да. Твой удар! Слава! У меня левая. Забьешь, отсосуй. Есть правая нога? У тебя какая нога? Правая, левая? У меня правая. У всех левая нога? А, у меня левая, но я правая. А ты давай, что, левша? Слава. Я господь. Вот тебе метка. Нихуя себе. А, ну в те, блин. Да, в те, надо. Нет, так оказалось. Слав, один забиваешь, один. Один, один и все, игра закончена. Слава. Девятку лупи, Слава. А ты что, вот так разбегал? Да, Слава, Слава. Что-то ровно. Можно поменять пищу. Слава, 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 Слава. Да ебаное говно, что за хуйка? Почти. Сейчас в игровую покатить. Почти. Давай вот эту. Ну что ж, тогда объявляется товарищеская ничья. Спасибо. Коллеги, спасибо, спасибо вам. Берегите спасибо. Здоровье. Спасибо. Нам еще увидеться здесь и не раз. Спасибо. Питюню. Спасибо. Питюню. Голос, скажи, что делаю. Давай. Мне понравилось. И вам предлагаю спасибо, зрители. Все, друзья мои, бегом отогреваться. Заряжаю, погнали. Чуть позже увидимся. Спасибо. Прикольные игры.